Повелитель, Милексима. Я так боялась, что с вами что-то случилось. Не бойся, Милексима, не бойся. Я рядом. Слава Аллаху, вы вернулись целыми и невредимыми. Где Келе? Где мои дети? Они ведь целы? А Келе Султан поехала в особняк своего отца Эсаде Эфенди, но еще не вернулась. Я уже сама начинаю волноваться. С ней ничего не случилось? Не волнуйтесь, повелитель. Наверное, бунт помешал им вернуться. Я пошлю туда человека. Пошлите одного из моих людей, чтобы не было подозрений. Вам лучше вернуться во дворец, пока бунтовщики не явились, госпожа. Мой дворец здесь. Тут мой дом. Рабы, у которых помутился разум, восстали против моей династии. Разве могу я в такой день покинуть мой дом и семью? Кёсэм Султан своего не добьется. Шах, сколько можно ждать? И явился бы он уже. Тихо! Султана Османа заставили вернуться во дворец. Однако нам этого мало! Если он не выдаст нам мерзавцев вроде Хаджи Эфенди, мы обратим город в пепелище, а дворец в руины! Так дела вести нельзя. Прошу вас, одумайтесь. Мы пойдем к падишаху, а там, как полагается, изложим наше намерение. Разве повелитель станет нас слушать? У нас выхода нет. Мы получим то, чего хотим. Ну а мне вы сумеете довериться? Я лично поговорю с повелителем и передам ваши жалобы. Будь по-твоему, муфтий Эфенди. Но помни, если султан Осман не примет наши требования, завтра мы вернемся с оружием. И тогда мы камня на камне не оставим. Знай! Мая 1622 года. Второй день восстания.
Да. Повелитель, шейх Уль-Ислам и Сад Эфенди вместе с богословами ждут вашей аудиенции. Они хотят изложить вам требования бунтовщиков. А где они сами? На площади султана Ахмеда. Где янычары и сипахи, которые в Искюдаре с нами были? Почему еще не явились? Их вызвали. Иншалла, они подоспеют вовремя. Вы позволите, повелитель? Можете не беспокоиться. Акиле и ваши дети в безопасности. В моем особняке. Будет лучше, если они какое-то время побудут там. Раз уж вы пришли сюда передать мне требования этих бунтующих нечестивцев, говорите, чего хотят мои подданные? Янычары и народ хотят, чтобы нарушители порядка были казнены. Их имена внесены в список. А если я этого не сделаю, они посягнут на мою жизнь? Ну что, повелитель, но когда народ объединяется в едином порыве, он обязательно добивается своего. Так было и во времена ваших предков, будет и сейчас. Мой скромный совет: нам необходимо остановить бунт, пока он не разросся. Выполните все их просьбы, иначе... Упаси Аллах, будет поздно. Кто смеет выдвигать мне условия, муфти эфенди? Ни они, ни вы не имеете такого права. Мое решение неизменно. Я никого не выдам. Зульфикар ага. Повелитель. Заприте улемов в одной из комнат. Они не выйдут, пока толпа на площади не разойдется. Но, повелитель, чем мы заслужили? А все то, что сейчас происходит, муфти эфенди. Падишах мира заслужил это. Ну, а вы? Вы мой тесть. Разве подобает вам фетву бунтовщикам давать?